Добрый день, друзья! С вами канал «Мое тридевятое царство». Я сейчас снова нахожусь на своем садовом участке и хочу вам показать, что вот за лето можно вырастить два урожая огурцов. Я не говорю про южные регионы, мы живем в центральном Черноземье, и у нас вот, конечно, одни огурцы у нас уже все почти сошли, все уже отплодоносили. Я вот посадила новые огурчики. И вот смотрите, сейчас у нас 10 августа. Вот, и у меня идут без теплицы, в открытом грунте. Вот идут молодые огурчики. Уже цветут, и уже там вот есть уже завязи. Вот. Конечно, полив бесконечный. Бесконечные подкормки. Вот, ну и я так думаю, что сейчас стоит жаркая погода. Если не коснется всякая фитофтора, всякая болезнь грибковая. Хотя вот видите, уже лист, но это обожженный. Вот этот вот листочки, это обожженный солнышком. Вот, и если все будет нормально, то, конечно, урожай. Вот смотрите, вот уже вот полез усик. Все будет урожай нормальный. Поэтому, если у вас сходят огурцы, то в конце июля можно запросто посадить новый урожай. Огурцы, конечно, я посадила раннего сорта. Вот это у меня огурцы апрельские. Будут длинненькие такие. Вот сейчас вот пока на бутонизации они. Вот сейчас все на бутонах. Сейчас муж опрыснул их завязью. Удобрение завязь, которое дает лучшую стимуляцию завязи цветочка. Вот видите, чтобы не были пустоцветы. Так что не опускайте руки, если у вас первый урожай огурцов, как вот у нас была жара тут сильная, огурцы прям погорели, посохли. Но мы тут же вот взяли и подсадили новый урожай. Поэтому сейчас, конечно, можно подсаживать еще в июле, можно было подсадить укроп, можно было подсадить еще зелень типа салата. Ну, вот редис, можно подсаживать редис. Ну, я, конечно, что-то вот поленилась, наверное, редиску не посадила, а вот огурцы у меня сейчас начинают бушевать. Вот все, что хотела вам рассказать по этому поводу. Конечно, у нас тоже, как и у всех, не всегда бывает красиво, чисто и гладко. Тоже у нас и вон сор растет. Срубаем, стяпываем. Каждый день что-то трудимся. Приходим на садовый участок. Иногда думаешь, так все хорошо и чисто, и гладко. Как вдруг появляется либо фитофтора, либо ржавчина на листьях. И вот начинается вот это вот все опрыскивание, борьба за урожай. Ну, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Будем показывать все, что происходит на нашем садовом участке. Пока-пока!